Я в строители пойду, пусть меня научат. В апреле этого года стартует Всероссийская олимпиада профессионального мастерства среди студентов-строителей. В региональном этапе приняли участие будущие строители, монтажники и геодезисты. Практическая часть соревнований прошла на территории Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства. Выполнить измерения, составить план постройки и подготовить отчет о проведенном исследовании. Так, если вкратце, звучит задание практического этапа олимпиады. В теории несложно, но на практике приходится потрудиться. Максим, давай вниз. Чуть-чуть выпрями ее. Да, вот так. Любимым школьным уроком у Лены Кирилловой всегда было черчение. Когда пришло время определяться с будущей профессией, Лена без сомнений выбрала строительный техникум. Обучение в СУЗе открыло для девушки новые горизонты. Мне нравится заниматься измерениями и проектированием различных объектов. Являюсь грантополучателем и в дальнейшем планирую остаться преподавать в моем же техникуме. Но я считаю, что каждый должен отдавать частичку себя детям, передавать свои знания следующим поколениям. Олимпиада – это еще один шанс проверить свои профессиональные способности. Ведь правильность выбора – это шанс заниматься любимой работой, двигаясь по карьерной лестнице. Конкурс у нас масштабный, и наша цель сегодня – выбрать самого лучшего студента, чтобы он у нас выступил, показал достойные результаты. А так как у нас ни одно строительство не обходится без геодезии, ребята обязательно выполняют именно геодезическое задание. Сегодня они выносят проектную отметку на строящийся объект, вот здесь они у нас выносили, определяют высоту труднодоступного сооружения, все задачи выполняют, которые необходимы при строительстве зданий. За ходом соревнований, а в нем участвовали 7 студентов строительного техникума, наблюдала компетентное жюри. Такие олимпиады, конкурсы, они помогают студентам глубже изучить свои дисциплины, свои строительные предметы. В стране идет массовое строительство. Умные, хорошие командиры производства очень нужны на строительных площадках. Я выпускниками очень доволен. Они приходят уже подготовленные. Итоги олимпиады будут подведены уже к началу следующей недели. Победители отправятся в Нижегородскую область отстаивать честь республики на всероссийском уровне. Дарина Игнатьева, Олег Якимов, Республика.